люди верующие, мы как бы вообще далеки были от всего вот этого. Наверное, многим бы я хотел объяснить, что происходило на самом деле. Когда способности проверяются без подготовки. Раскрыть, распознать. Бывают случаи, которые мы не можем никаким образом объяснить. Насколько я знаю, если у людей есть такой дар... Я не думаю, что огромное количество людей обладают сверхспособностями. Вы считаете, что у вас есть экстрасенсорные способности? Вот она просто сейчас узнает, это будет жизнь до и после. Конечно же, очень много шарлатанов. Ну, конечно же, много шарлатанов. Телевидение на один миг могут из монстра сделать ангел. И наоборот.